На презентации нового клипа Парвиза Назарова было немноголюдно, но весьма уютно. В одном из статусных местечек города артист, как видно, решил собрать только близких друзей и коллег по цеху. Вы знаете, мы с Парвизом и с Ильей, с его супругой, дружим где-то примерно лет 19. Мы знакомы с тех пор, когда он еще не жил здесь и когда он жил еще в Душанбе. Пришли, что называется, поддержать. Подзадержавшийся Парвиз первым делом ответил на вопросы нашего корреспондента. Всегда я был, просто сейчас такое время... Очень много всего, и, к сожалению, люди наши каналы редко смотрят, поэтому, а я всегда был, всегда выступал, выпускал альбомы, выходили мои клипы. Всегда это. Я никуда не уходил. На вечере для друзей певец решил показать свое новое видео с довольно интригующей историей создания. Узнаете несколько шокирующих подробностей о съемках этого клипа. И поверьте, подробности действительно шокирующие. В Дубае, как вы знаете, нельзя нигде снимать. Естественно, везде, где мы снимали, нас выгоняли, нас просто гнали оттуда, говорили, нельзя снимать. И у меня друг, который организовывал нам съемки, пока я снимал, он отвлекал вот этих вот охранников, отвлекал их. А я приходилось все это на ходу выстраивать. Сам Парвиз выступил здесь в роли режиссера, оператора и автора сценария, придав сюжету криминальный оттенок. Мне очень понравилось. Очень важно, что она очень модная аранжировка в этой песне. Она динамичная, классная, я считаю, что очень, как принято говорить, форматная. Да, единственное, мы не вычислили, на каком языке поется. Подскажем, что песня на иранском. В общем, полная. Да, оре-оре. Кстати, что это означает? Оре-оре, это как, можно перевести, окей-окей. Но не клипом единым ознаменовался этот вечер. Артист познакомил собравшихся с его новыми альбомами в количестве 2 штук, а заодно и спел кое-что из своей классики. Кто-то видит сны, кто-то мечты, кто-то на свете все знает.